Фамильный замок на Тетень много лет уже музей декоративно-прикладного искусства в Венгрии. В этом году кураторы предложили 26 молодым дизайнерам представить свои идеи и концепции одного из главных символов Рождества и Нового года, украшенной игрушками и сладостями елки. Наталья Дюлай стала одной из участниц проекта. Мне по душе стиль барокко. Елка украшена богато с учетом последних и самых свежих модных тенденций. Главный акцент – перья марабу, которые я выкрасила в розовый цвет. Стиль барокко хорошо сочетается практически с любой тенденцией. Настолько он разнообразен. А тут мебель эпохи рококо. И эффект получается впечатляющий, полагает Наталья Дюлай. Сара Динг – сторонница пышности. Ее новогодняя елка полностью отражает вкусы этой молодой стилистки. Тут эпоха позднего барокко в его французском воплощении. Я насытила максимально свою инсталляцию символами. Здесь есть и тот, что отсылает к женственности. Здесь есть тот, что намекает на гедонизм и наслаждение радостями жизни. Есть даже пряности. Вообще запах новогодний тоже имеет символическое значение. Это аромат выпечки и сладостей, которые подаются к праздничному столу. Выставка дизайнерских новогодних елок работает в Будапеште, в замке на Тетень до начала января будущего года.